Так, приветствую своих зрителей на канале Лошади Ослы и Мулы. Сегодня я вам много говорить не буду ничего, я просто хочу вам показать вот этот вот инвентарь, так сказать, необходимый, который вам реально может пригодиться для лошадей, и купить его нужно иметь. Значит, вот оно перед вами. Это набор для копыт лошади. Если вдруг что-то пойдет не так, и вам нужно будет срочно обработать копыта лошади, вам понадобятся вот эти штуки. Как видите, они у меня совсем новые. Если я их использовала, то раза... Крючок для расчистки я приобрела такой вот двойной, щеточкой сразу. Одной стороной чистишь. Не знаю, это удобно или нет, так как мне не пригождается. Я даже не умею им пользоваться, но пусть будет. Вот этот нож. Есть и другие ножички. Я, если смогу, вот в этом месте где-нибудь вставлю картинки. Давайте я вот остановлю на этом. А теперь продолжу про то, что есть у меня. Значит, есть еще и другого вида ножики. Ну вот у нас в Греции пользуются вот такими. Я им тоже пользоваться не умею. В том числе и напильником. Это специальный, это вообще напильник. По-моему, называется распа по-гречески. Если не поверите, он 30 евро стоит. Вот. И вот эти вот садистские вот эти вот штуки, которые обрезают копыта и... Короче, я не знаю, как она называется. Вот это и вот это не знаю, как называется. Поэтому показываю вам. Что случилось? Только не делитесь. Смотрите, когда я не могла найти еще правильный напильник, их не везде найдешь. Они очень дорогие. И я не сразу нашла. Я купила вот такой. Только что-то он заржавел от времени. Он вообще новый, не пользованный. Видите? Но это не то. Так, тебе никто ничего не говорил тут хватать, ладно? Маш, уйди, пожалуйста. Ну вот все, собственно. Конечно, лучше, чтобы это реже пригождалось. Желаю вам, чтобы с копытами у вас проблем не было, если вы содержите лошади так же, как и я. И не влезаете в копыта до тех пор, пока с ними не случится беда. Ну вот, вот все, что вам нужно иметь и может понадобиться. Поэтому на всякий случай купите и храните в сухом, недоступном для детей месте. Сейчас я свои тоже соберу и спрячу. Специально для вас достала, разложила. Видите, у меня в новом пакетике так до сих пор лежат. Вот так. Ставьте мне лайк и до новых встреч. Пока-пока.